На поддержку многодетных семей дополнительно выделят 1 600 000 000 рублей, заявил сегодня на заседании правительства Дмитрий Медведев. Говорили также о поддержке сельхозмашиностроения. Отрасль, по словам премьера, сейчас несет дополнительные издержки, связанные с транспортировкой продукции. Помимо прочего, речь зашла о мерах, которые позволят снизить налоговую нагрузку на средства массовой информации. Время сейчас не самое простое и для средств массовой информации. Им не всегда легко. Поэтому мы дадим возможность больше получать денег, им зарабатывать больше. Законопроект разрешает газетам, журналам и другим изданиям периодической печати, которые не относятся к рекламным СМИ, увеличивать объем рекламы до 45%. При этом для нового объема коммерческих публикаций сохранится та же самая ставка НДС в размере 10%. Эти законопроекты подготовлены в рамках исполнения поручения президента. Идея была выдвинута руководством редакции СМИ как некая антикризисная мера. Особенно это важно для региональных СМИ.